Научно-образовательный марафон получил громкое имя – «Сириус Одинцова». Он стал очередным масштабным проектом районного управления образования, который направлен на работу с одаренными детьми. Есть очень хорошие традиции. Это олимпиада предметная в рамках Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Но есть у нас и муниципальные предметные олимпиады, очень интересные. Они проходят ежегодно. Есть также и конкурсы всевозможные. Всего в проекте поучаствовали свыше сотни школьников Одинцовского района. В центре внимания точные науки и инженерные дисциплины. На эти лекции я решил прийти по собственному желанию, дабы расширить свои познания в таких науках, как математика, информатика и физика. Эти лекции мне очень понравились, они были довольно-таки увлекательными. Здесь мне интересно больше программирование. Также здесь есть очень увлекательные лекции на разные темы. Например, вчера была лекция на тему оптоволокно. Она мне очень понравилась, потому что рассказывали интересно и как бы... Вообще было интересно узнать саму технологию производства. Среди лекторов и семинаристов крупные научные специалисты и эксперты. Многие из них заняты в наиболее технологичных областях современной российской науки. Только что прошла лекция, на которую к нам приехал Шаракин Сергей Александрович, являющийся научным сотрудником НИИАФ МГУ. И он проводил лекцию, посвященную изучению космических лучей. Среди основных задач марафона – подготовить ребят к всероссийским олимпиадам высочайшего уровня, а также развить их личный интерес к инженерным специальностям, столь востребованным сегодня в нашей стране. Есть у нас интересный проект, который называется «Основы финансовой грамотности». Проект «Исследуем и проектируем». Это тоже все направлено на работу с одаренными детьми. Участие в марафоне в основном принимали ученики с 7 по 10 классы. Такие образовательные летние лагеря планируют сделать традиционными.